делать. Наверное, мне жизни не хватит, чтобы описать все, что я думаю о Максиме. Когда я встретил Настю, то мне не осталось сомнений, что она моя будущая жена. Кто бы мог подумать, что просто какое-то сообщение ВКонтакте может стать таким важным для меня. Сестра дорогая, тебя помню малышкой. Со смешными кудрями, тетрадкой и вечно книжкой. Ты стала взрослой и очень красивой. Все делайте вместе, держитесь за руки. А если вдруг помощь будет нужна, позовите, я сразу приду. Я очень рад, что мы дошли до этого дня, и он наконец-то наступил. Казалось, что это совсем не скоро. Но вот он здесь и сейчас, и в этой всей суете, несмотря на все эти тайминги. Все происходит сейчас, сегодня с нами, и я очень счастлив. Спасибо тебе, Настенька. Я тебя очень сильно люблю. Вспоминаю первую нашу встречу, вспоминаю свои первые эмоции. Меня находит дрожь, потому что я почувствовала действительно что-то невероятное. Я почувствовала, что это просто мой человек, с которым я действительно себя чувствую максимально комфортно, от которого идет бешеная энергия, бешеный адреналин, и с которым так хорошо быть вместе, и с которым так уютно. Создание семьи – это результат совместного решения. Ты – самое прекрасное, что у меня есть. И в один день я стал настолько счастливым, как никто на свете. Прошу ответить вас, невеста. Да. Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Настолько круто быть в отношениях, когда ты чувствуешь максимальную поддержку, любовь, взаимопонимание. Через какое количество лет вы откроете эту капсулу времени? Сильно долго ждать не хочется, 5 лет. Спасибо тебе, что ты есть. Спасибо тебе за этот день. Спасибо тебе, спасибо твоим родителям. Ты очень нежная, очень милая, уютная, теплая и любимая мне девушка. Каждым днем становлюсь все счастливее и счастливее, потому что он действительно делает меня такой. Настя, я тебя очень люблю, и я так рад, что ты стала моей женой, и мы будем вместе проходить через все трудности, невзгоды и радости. Gotta keep it.